что мы каждый участок будем обговаривать, да? Ну, можно будет. Я думаю, что вот этот, который мы проехали, мы уже можем обговорить. Ну, давай. Вот. Вот здесь вот и широкая часть, кстати. Здесь можно даже по проезжей части, где вот мало места тротуаров. Здесь вот совсем очень узенькая дорожка. Может, велосипед будет с человеком, тут с пешеходом пересекаться. Мне кажется, вот там можно будет проехать. И тут сторону по проезжей части. Ну, на самом деле, я думаю, что какой-то небольшой участок длиной 10-20 метров, и если там действительно уже, предположим, там 3 метра, мне кажется, что это не критичная ситуация, но это будет ситуация. Конечно, спектр. Потому что на самом деле случаются такие вещи, когда тротуар сужается из-за вот таких павильонов, предположим, да? Но это не значит, что из-за этих вот Кстати, если вот этот заборчик убрать до дерева, как раз тут метры получается. Вот тебе, пожалуйста, дорожку можно отделить чуть-чуть от машины. Буквально тогда, можно, кстати, можно не выезжать. Хотя вот мы когда вот мы по опыту, мы же в Финляндии бываем, там, в Швеции бываем, там, в Польше, в Литве, там во многих. Там часто очень, то по тротуару, то по проезжей части дороги. Оно меняется туда-сюда, где позволяет, так и идет. Тем больше преимущество дается велосипедисту. Преимущество велосипедисту. И у нас сейчас правила изменились. Сейчас тоже преимущество дается велосипедисту. Если пересечение с автомобильной дороги, преимущество велосипеду дается. Поэтому вполне будет безопасно. Вот еще что интересно, мы видим дорожку на той стороне дороги, да? А там у нас практически не успеют. Просто люди действительно всего. Потому что на той стороне нет никаких учреждений специальных. Там начало улицы Солнечной, это широкий тротуар шириной, наверное, 4, может быть, даже 5 метров. Очень улица удобная для и велосипедистов, и прохожих. И мало того, этот тротуар, он не является тротуаром интенсивного пешеходного движения. Вы знаете, как мы в Петербурге видим. И поэтому эта улочка вполне пригодна, мне кажется, для того и другого движения. И еще я хочу сказать, вот мы сейчас проехали только что от почты вот до сюда. Тот тротуар вообще практически не используется. Да? Там практически людей вообще не бывает. И там только нужно разминовать, показать, что это для велосипеда. И вот эти как раз спуски, бордюры два, убрать, сделать плавными, удобными и для колясок, и для инвалидов, и для велосипедов. И все, улица уже готова. Да, да, практически готова. То есть, ну, улица Солнечная вдоль парка Белые Пески, просто идеальное место. И перекрестка совершенно. Да, перекрестка и самое интересное, что и после перекрестка, вот аллея, которая идет направо, она тоже идеальное место для велодорожки. Причем там интересно, что там две аллеи. Одна вот идет вдоль дороги, а другая бульвар. Он еще шире, еще более мощнее, поэтому здесь можно подумать, здесь можно даже... И там велосипедисты ездят, я знаю. Поэтому здесь можно делать параллельно. Там линия, стрелочки линия. Указывают это туда, а да? Та стрелочка идет обратно. Да, и будет удобно, никому, никто ни с кем можно, не будет. Да, можно в разную сторону движения, да. А можно просто, вот видите, вот мы видим детки, едут, Дима, сними, пожалуйста. А так вот детки вот едут по велодорожке, например. Вот тоже будут с детства привыкать к этому делу. Идеальный путь для велодорожки. Просто вот, даже вот не мечтать, тут, а лучше не возможно. Здесь метр. Почему метр не взять для одной стороны какое-то направление? Да, например, да. Туда. Там метр с того тротуара взяли обратно для велосипеда. Вообще проблем нет. Здесь единственный съезд вот это сделать надо. И будет прямо напрямую без остановки приезжать. Я думаю, что здесь вот бульвар. И вот эта дорога Солнечная. Великолепные трассы. Мы уже подходим к перекрестку с Молодежной. Ну вот тоже, этот тротуар, он, вообще-то говоря, мало. А только пользуются, ну, не знаю, там вот мамы с колясками идут, правда. Ну, так вот здесь немного людей, как правило, вот, в силу каких-то причин. И здесь замечательно, действительно, тоже ездят велосипедов. Причем мы вот правую улицу Солнечную, которая от нас по правую улицу, мы можем, учитывая, что там, видите, сплошные магазины, такая торговая зона, там торгуют фруктами, овощами летом. Ну, ладно, мы ее, как говорится, не претендуем. А вот это вот вполне удобно для велосипедистов. Вот мы сейчас только ехали, вот с Линой, о чем говорили. Старые города, Таллин, Рига, Прибалтика, значит, Швеции, там всякие центры. Очень узенькие улицы. И все приспособлены, все какие-то нашли какие-то варианты. Где-то ведь есть такой еще вариант. Например, машинам просто закрывается проезд, потому что можно там проехать, можно там проехать. И там только для велосипедов оставляется. И будет замечательно все. У нас здесь намного больше возможностей, потому что город более современный, тротуары широкие.
вполне можно все сделать. Мы сейчас поворачиваем на улицу Молодежную налево. И там тоже есть, кстати, да, и там тоже есть дорога, кстати, тоже можно ходить. Еще одна дорога, там только сейчас стоянка для машин. Сейчас, сейчас там стоянка. Если посмотреть на город вот таким взглядом, да, пристрастным, в кавычках я имею в виду пристрастным, то, вообще говоря, может найти очень много возможностей для создания велодорога. Еще мы, Лена, ведь специально не готовились, мы все промптом делаем. Сейчас да. Только сейчас вот едем. И, понимаете, мы сравниваем так, как, например, в нашей дорогой Финляндии, в Эстонии, да, вот мы просто сравниваем, как в Швеции, как там организованы велодвижения. Я хочу сказать, я вот просто даю ответ, делаю заявление о том, что там не лучше, а часто худшие возможности для формирования велодорожек. У нас они замечательные. Продолжение. Это опять-таки широкий тротуар, шириной минимум 4 метра. Ну вот какое наблюдение мы сделали на улице Молодежной. Там один есть участок, дом, в котором стоит очень много машин на парковке. И мы думаем, что в некоторых частях города придется решать проблему с парковкой автомобилей. То ли отводить для них место какое-то особое, то ли строить какую-то круглую подземную парковку. И второй момент. Безусловно, велодорожки требуют хорошего дорожного покрытия. Это тоже вопрос. Вот сейчас по Молодежной там прекрасно, там реконструкция была, и там очень удобно ехать. Но буквально год назад там просто были рвы и бураки. И, конечно, на велосипеде ехать вот по какому-то такому порченному покрытию очень тяжело. Безусловно, велодорожки это неформальное нанесение полосы, да, это еще определенное содержание дорог, конечно. Велодорожки придется нам делать. Ну вот, едем дальше. Едем сейчас. Такую зеленью можно и нужно будет отбить по красным парковкам. Такая прекрасная тротуарная инфраструктура, которая позволит сделать движение там. И закольцевать. У нас получится малый круг, большой круг, может быть средний круг какой-то. И надо будет выпустить карту еще. А потом надо будет хорды делать, чтобы сокращать расстояние. Да. Пустая, людей там нет. И кто же вот в эти коттеджи ходит, у них там своя дорога есть. Она просто уже готова по велодорожке, привозя аппараты и суют. Ну, в общем, короче говоря, мы сегодня не случайно ездим в таких же летах, для того, чтобы обратить на себя внимание, чтобы пешеходы нас увидели. У нас же нет велодорожек, и пешеход воспринимает велосипедиста как помеху. Вот, ну, чтобы заранее люди уже увидели нас, были осторожнее, и мы были осторожнее. Вот мы одели такие же леты. Но мы надеемся на то, что в результате нашего проекта мы уже будем все спокойно ездить по велодорожкам, пешеходы будут идти по своей стороне тротуара, не будет опасений, а город будет спортивным, молодым и гармоничным.